Hello everyone, continue doing exercises about prepositional case. Exercise 15. You have to ask the question to highlighted words. You have to pick о ком или о чем. О чем it is animated, о ком it is animated. На уроке мы говорили об Украине. We talked about Ukraine on the lesson. So Ukraine it is unanimated. So you have to ask о чем. О чем мы говорили на уроке? О чем мы говорили на уроке? And the answer will be: на уроке мы говорили об Украине. Second. Я часто думаю о матери. I often think about mother. So mother is animated. So you have to ask, о ком я часто думаю? О ком я часто думаю? Next. Ибрагим рассказывал о Турции. Турция animated. So, о чем? О чем рассказывал Ибрагим? О чем рассказывал Ибрагим? Четвертое. Мы читали книгу о Киеве. Киев animated. Мы читали книгу о Киеве. О чем мы читали книгу? О чем мы читали книгу? Дмитрий думает о работе. You have to answer before me. О чем думает Дмитрий? Мария всегда говорит о сыне. О ком? О ком всегда говорит Мария? Седьмое. Анна мечтает о собаке. Собака animated. О ком мечтает Анна? О ком мечтает Анна? О ком мечтает Анна? Анна мечтает о собаке. I will say that we can use о чем мечтает Анна also. О чем мечтает Анна? To be honest, I am not sure. I think native speakers can use both options here if we are talking about animals. But I think first option is better. Восьмое. Игорь написал о друге. О ком написал Игорь? О ком написал Игорь? Личные местоимения в предложном падеже. Personal pronouns in prepositional case. Я. About me. Обо мне. Or we can say о себе. Ты. О тебе. About you. О нем. About him. О ней. About her. О нас. About us. О вас – about you. О них – about them. Exercises. О ком ты рассказываешь? Мы. You have to say you are telling about us. Ты рассказываешь о нас.
ты рассказываешь о нас. Второе. О ком всегда думает мама? Мама всегда думает обо мне. Обо мне. О ком спрашивает директор? Директор спрашивает о вас. О ком говорит Виктор? Виктор говорит о ней. О ком вспоминает Мария? Мария вспоминает о нем. О ком мечтает Олег? Олег мечтает о тебе. О ком вы читали? Вы читали о них. О ком ты думаешь? Ты думаешь обо мне. It's very easy. You just to understand it, you have to find this pronoun here, and on the opposite side, you can find a correct answer. That's why I will not do exercise number 17, because it's the same like exercise 16. It's very easy. I explained to you how can you do it. For example, я всегда думаю ты. You have to say I always think about you. So you have to find this pronoun here, ты. And on the opposite side you have correct answer. Я всегда думаю о тебе. And you can do all the phrases on this exercise number 17. Do it please without of me and write me in the comments. Right answers. I will check it. Next. 18. Следующее. 18. Задание 18. Задание 18 то же самое. Это мои родители. This is my parents. О ком я всегда думаю? About whom do I think? Они. Я думаю всегда о них. So, it's the same. You can do it without of me. And next exercise. You have example and you have to answer here. Почему ты не был вчера на уроке? Преподаватель спрашивал о тебе. Первое. Преподаватель спрашивал о тебе. Второе. Мой старший брат живет в другом городе. Я часто вспоминаю о нем. Я часто вспоминаю о нем. О моем брате. Дальше. Познакомьтесь, это Катя, моя подруга. Я рассказывал вам, I have to say about her. Я рассказывал вам о ней. Я рассказывал вам о ней.
Вы не были вчера на экскурсии. Людмила Ивановна спрашивала о вас. Людмила Ивановна спрашивала о вас. Анна Петровна, как вы живете? Моя мама часто вспоминает вас. Мои школьные друзья Олег и Андрей учатся в университете в Харькове. Я часто думаю о них. That's it on today. If you don't understand something, you can always ask me in the comments. And if you want to book a lesson with me, you can find me on Italki or on Preply, the link on this platform I will write in the description of this video, or you can send me message. Next lesson we will talk about adjectives in prepositional case. It's very interesting topic because adjectives also change in cases. See you in my next video.